всем любителям ММА. Это очередной обзор турнира UFC. Очередной Fight Night. Брансон против Тила. Пройдет в ночь с 4 на 5 сентября. UFC Apex. Вегас. Все как обычно. На турнире пока осталось 10 боев по состоянию на вторник. 12 боев уже слетело. Но я думаю, если еще кто-нибудь там провалит вес или еще чего-нибудь такое, то мы 8 боев, дай бог, увидим. Ну а потом мы уходим на перерыв. Конечно, печально. Что есть, то есть. Будем работать с этим. Первый бой турнира. Джонатан Мартинес против Марсело Роха. Мартинес уже, можно сказать, чуть ли не ветеран UFC. У него уже прилично боев. 7. Ну, результаты такие себе. Ну и что хочется отметить, в общем-то, прям таких хороших боев у него не так много. Дебют с Ухамтатом на коротком, не в своей весовой, проиграл. Ну, все равно с Ухамтатом как бы не очень хорошо. С Вулиджи Бюрином близкий бой, с Пингвианом Лю близкий бой до тех пор, пока он ему в третьем раунде коленом не попал. С Андреем Юэлом, может быть, даже не проиграл, но все равно близкий бой. Фрэнки Сайнса слишком долго мучил, чтобы его за этот бой похвалить. Ну, по-настоящему, вот единственный хороший бой, который хочется отметить, это бой с Томасом Альмейдой. Но Альмейда после возвращения все-таки это уже, наверное, не тот Альмейда. И последний бой с Дэви Грантом, где, в общем-то, ну, в моем понимании, бой складывался так. Первый раунд Мартинес проигрывал до тех пор, пока не начал его выигрывать, отправив Дэви Гранта в нокдаун. Ну, у Гранта это стандартная фишка, он должен упасть в нокдаун хотя бы раз за бой, иначе он чувствует, что норма добрых дел у него на сегодняшний день не выполнена. Ну и потом Грант вышел и уже во втором раунде нокаутировал Мартинеса. Так что из 7 боев 4 победы. Ну и, в общем-то, 2 близкие, 2 хорошие, так что все как-то так средненько, скажем так. Мартинес продолжает оставаться хорошим кикером, левшой, тренируется Factor X. Ну вот в последнем бою был он крупным фаворитом и совершенно не оправдал надежд. Бой будет происходить в категории 135 фунтов 61 килограмм. Надо смотреть за взвешиванием Мартинеса, он иногда бывает, что у него с весом не все в порядке. Марсело Роха – это боец региональных промоушенов, аргентинец, который тренируется в Мексике. Вот этот Энтерам Джим в Тихуане – это хороший мексиканский кемп, где тренируются более-менее приличные бойцы из Мексики. И в частности, там тренируется Брэндон Морено. И Марсело Роха является, я так понимаю, тренером в этом зале. И одним из постоянных спарринг-партнеров Брэндона Морено. Он бывает у него угловым, по-моему, на турнирах. Ну, в общем, боец как бы региональный, но неплохой. Ну что, естественно, всякие там комбаты-шмамбаты с разного рода оппозицией. Хотя вот его и в ACB заносило. Но в основном вот он дерется со своими латиноамериканскими собратьями. С ними тоже не все как бы ладно. Проигрывал Кастанеде, например. Но, тем не менее, был подписан. В дебюте выступал не в своем весе. С Чарльзом Журденом встретился, который тоже выступает на вот этом турнире, о котором сейчас идет речь. Ну, в общем-то, дал Журдену достаточно неплохой бой, надо сказать. Был близкий первый раунд, был близкий второй раунд, опять же, до самого конца, когда Журден тоже там по принципу Мартинеса не поймал своего соперника коленом, хотя там все было не так эффективно, эффектно, но он, в общем-то, Роха там сбил с ног, пробил, ну, немножко позабивал его в конце второго раунда, ну и в третьем раунде уже Журден его все-таки задавил, хотя пришлось ему там непросто. Роха показал там, во-первых, неплохую стойкость, такой достаточно агрессивный парень, терпеливый, долго терпел избиение в третьем раунде. Ну и, в общем, в первых двух раундах выглядел неплохо против Журдена, который, ну,
боец нормального вполне себе уровня. То есть Роха как бы вроде как новичок в UFC, но парень неплохой. Больше, конечно, ударник. У него в свое время наблюдались проблемы с грэплерами. У него есть немало поражений с сабмишинами. 4 штуки. И, в общем-то, и вот, допустим, в 17-м и в 19-м году он проигрывал. Ну, как ударник неплох. Скорее боец муай-тай. С тяжелым панчем. Работает, в общем-то, разнопланово и с рук, и с ног. Ну, больше, мне кажется, работает он с близкой дистанции. Вот такая у нас пара. Вот такие у нас коэффициенты. Мартинес 1.59, Роха 2.45. Честно говоря, вообще на этом турнире я вижу крайне мало хороших каких-то вариантов. Очень много неопределенностей здесь. Поэтому здесь либо на этом турнире, не знаю, немножко там кидать на андердогов, которые вам нравятся в расчете на то, что зайдет, либо какое-то совсем маленькое количество ставок делать и остальную часть боев пропускать, потому что все такое шаткое, валкое, ко всем бойцам есть вопросы и в качестве фаворита, и в качестве андердога. Ну вот к Мартинесу какие вопросы? Ну, он немножко однобокий для меня, это раз. То есть все-таки он больше кикер. Есть вопросы к его челюсти, потому что вот Грант, помимо того, что он его отправил в нокаут, он еще и перед этим дважды его так цеплял во втором раунде. И Мартинес как-то, ну, не слишком уж хорошо держал удары. А Роха ударить, в общем-то, может. Хотя к его стойкости тоже есть вопросы. Ну, например, вот даже вот этот Стрейдер, да, который боец пока достаточно сомнительный, хотя и подписанный в UFC. Ну, например, проиграв ему перед тем, как он ему проиграл, он его потрясал ударами в корпус, и Роха там себя чувствовал очень-очень плохо. Ну и в последнем бою, который пошел в марте, он не был там наглухо нокаутирован, но он был очень сильно избит, и его там реально потом, я так понимаю, на скорой увезли в больницу, то есть он там наполучал нормально. Хотя это было первое поражение нокаутом в его карьере. То есть, в принципе, вопросы к обоим бойцам, то есть Мартинес идет фаворитом, ну, наверное, это правильно. Интересен ли он за 1.6? Сомневаюсь. Может ли быть Роха интересным андердогом? Возможно. Я в целом, отталкиваясь от последних боев, которые вот произошли у этих двух бойцов, все-таки считаю, что Мартинес проиграл Гранту, потому что Грант в такой интересной манере работает. Он врывается на дистанцию ближнюю, но свои атаки начинает издалека и с такими размашистыми, но достаточно тяжелыми панчами заходит на эту ближнюю дистанцию, ну, как бы вот именно таким кавалерийским наскоком. И он этим Мартинесу доставлял, в общем-то, проблемы. И в первом раунде, пока Мартинес более-менее не подстроился, когда начался второй раунд, то Грант еще как бы сильнее звинтил темп, еще сильнее на Мартинеса попер, и вот это все раз за разом он проделывал. И, в общем, Мартинес начал теряться, и поэтому как бы он его все-таки задавил. Роха с Журденом работал все-таки по-другому. Роха, ну, не такой подвижный, как Грант, он такой более, наверное, статичный боец. Ему нужно вот именно подшагнуть, подойти на ударную дистанцию и уже из нее выбрасывать свои панчи. При том, что сам Мартинес-то, в общем-то, я, опять же, в подвижности, если здесь, то ему отдам предпочтение. Он неплохо, неплохой у него футворк, он неплохо двигается. Мартинес левша кикер, предыдущий соперник Роха, но он не кикер Журден, но он много бьет левый кик, мидл киков много бил, и он, в общем-то, этими киками тоже в том числе накормил Роха. Я считаю, что Мартинес тоже, наверное, Роха вот этим левым своим киком накормит, потому что, ну, неплохо у него заходят они действительно, это его основное оружие, мидл кики, фронт кики, вот. Поэтому что, габариты у них примерно одинаковые. Мартинес на 5 лет младше, это неплохо. Опыт у него все-таки лучший, хотя Роха, я думаю, вырос. Все-таки Мартинес, наверное, здесь фаворит по делу. Плюс к тому же, я думаю, что Роха сейчас, конечно, стал бороться получше, чем у него раньше это было. У него, может быть, сейчас таких явных проблем нету. И Мартинес не особо там прямо борьбу в своих боях применяет, но может. Поэтому, если где-то Мартинес будет миксовать ударку с вот с тейкдаунами, там где-то, может быть, там концовку забрать, подзалежать, чего-то еще, то у него, в принципе, мне кажется, это может получиться. Поэтому, если Роха по нему не попадет,
то я думаю, Мартинес его все-таки перестреляет, переборет, переработает, как-то так. Но за 1.6 меня Мартинес после его поражения последнего не особо интересует. Если коэффициент поднимется, я подумаю. Если вдруг сильно прогрузит Мартинес и на Роха коэффициентом вырастет куда-нибудь в район 2.7, это будет интересный андердог, потому что Роха, в общем-то, опасен. Он боец стойкий, идет до конца. Я не скажу, что это плохой андердог, но в целом я отдаю предпочтение Мартинесу без ставки. Еще, конечно, посмотрю взвешивание, кто как выглядит, как Роха сделает вес, как толстяк Мартинес будет на весах. Но пока что Мартинес, возможно, решением ставки хорошей не вижу. Далчел Нгиамбула против Марка Андре Баррио в категории 84 килограмма, средний вес. Нгиамбула в этот средний вес спустился, ему 36 лет. Он выиграл в дебюте Деквана Таунсенда, проиграл Анкалаеву, взял паузу на год с лишним. И в январе подрался с Маркусом Перезом, которого сейчас уже из UFC уволили. Решением, по-моему, 2-1 по раундам забрал этот бой. Ну, до этого он чемпионил в EFC африканском. Ну, честно говоря, у него там была такая позиция, которой особо упоминать не о чем. Ну, вот сам легендарный Алан Бадо у него был в 2017 году. Базовый дзюдоист, больше борец и панчер-размахайщик. Не особо габаритный, хотя у него весьма длинные руки, надо заметить. Он Баррио будет превосходить по длине рук, но он небольшого роста, 173 сантиметра. Так, это у меня тут рюмочка налилась. Вот. Что про него можно сказать? Вот этот его спуск весовой категории. Ну, для меня сомнительная вещь, как он выглядит в октагоне сейчас. Он выглядит так, как будто взяли скелет человека, к этому скелету прикрепили куски мяса в виде мышц и сверху так небольшое количество кожи поверх натянули. То есть он и так, в принципе, раньше был мышечный такой. Сейчас, мне кажется, он просто немножко безобразно даже выглядит. У него прямо такие бедра там, ну такие прям вот комки мышц торчат. Видно, что у него очень маленький процент подкожного жира. И еще на фоне весогонки это все выглядит, ну, чересчур рельефно. Мне кажется, что здоровый человек, здоровый спортсмен так выглядеть не должен. Ну, а он, в общем-то, уже как бы и не слишком и молод, да? В последнем бою с Пересом, ну, что вот он делал? Видно, что человек прям сильно переживает за свое кардио, как по мне. Он выкидывает свои размахайские комбинации. 2-3-4 удара, бежит с ними вперед. Пробежался, все, берет минуту паузу. Мнется там с ноги на ногу, хоп, опять побежал, опять выкинул. Все, надо дальше отдыхать. Вот это так он работает в стойке. Ну, он может перевести, у него есть проходы в две ноги, у него есть какие-то дзюдоистские техники, то есть в борьбе он неплох, он физически силен. Если он переводит, то из-под него выбраться не так просто. Ну, в борьбе, в партере, я не могу его назвать по меркам UFC хорошим грэпплером, он более-менее контролирует, ну и не более того. Но кардио у него, я считаю, слабое. И вот это вот его спуск весовой, я просто считаю, опять же, что сейчас есть специалисты, диетологи, там всякие нутрициологи, которые могут помочь именно человеку расстаться с частью своих мышц. Я пока не вижу, что у него это произошло. Я вижу, что с массой тела он расстался, а мышцы у него остались, и они, ну, непропорциональны тому весу, в котором он выступает, на мой личный взгляд. Марк Андре Баррио. Напомню, что в Канаде Марк чемпионил не только в категории 84, но и в категории 93 килограмма. То есть он там тоже дрался. В UFC он дерется только в категории 84 килограмма. Ну, я это к тому, что он, в принципе, встречался с, так или иначе, с людьми, которые там были из более тяжелой весовой категории. Правда, он и сам тогда весил тяжелее. В UFC у него 5 боев. Все начиналось очень плохо. Санчес, Йотка, Сплит, Парк. Близким решением проиграл. Потом выиграл пехоту в 2020 году. Там у него был после этого ноу-контест. Какие-то там USADA нашла нарушения. Но, я так понимаю, не особо существенные, потому что его там сильно не наказывали. Ненадолго, по-моему, отстранили и сделали вот ему один ноу-контест. И в марте встретился с Абу Азайтаром, которого в третьем раунде нокаутировал. Марк, наверное, больше ударник. Ударник какой-то, наверное, может быть, не особо скилловый. Но ударник, который выполняет большое количество работы.
То есть Лунгиамбула сейчас тренируется, если не ошибаюсь, в Extreme Couture не так давно. По-моему, перед боем с Маркусом Пересом он туда перебрался. Баррио тренируется в Сенфорде, и туда перебрался он перед боем с пехотой, если я не ошибаюсь. То есть он тренируется там уже, ну, примерно год. Ну и мне кажется, что какой-то результат у него, конечно, есть. Он прервал свой вот этот стрик, и, в общем, в последнем бою смотрелся достаточно неплохо. Абу Азайтар – это боец, в чем-то, в общем-то, похожий на Лунгиамбулу. Он, правда, кикбоксер по своей базе, но он тоже такой с мощными панчами, такой крепкий, физически сильный, но тоже с не очень хорошим кардио. И, в принципе, наверное, первый раунд он, может быть, у Марка забрал. Там было у них много разменов, они там и попадали друг по другу, и в клинче много держали. Ну, условно, там, допустим, Азайтар, может быть, там где-то чуть больше попал. Но когда Барри во втором раунде взвинтил темп, то, в общем-то, Азайтар уже его не выдержал. И во втором раунде уже начал сильно посаживаться. А в третьем там Баррио его перевел. В общем, и весь раунд забивал. Остановка, конечно, там дурацкая. Да, она должна была быть либо раньше, либо вообще никогда. Но, тем не менее, третий раунд там Баррио в любом случае 10-8 бы как минимум забрал. Потому что он там просто уже доминировал. То есть, несмотря на то, что Баррио как-то выделить что-то у него сложно. Он, в общем-то, и борец не борец, и в клинче не в клинче. И ударник, не ударник, но он постоянно чем-то занят. Прям постоянно. Он много натыкивает, где-то он грязнит, где-то по-хорошему, где-то не очень. Неплохо работает в клинче, у него есть там такие короткие локти, тычки. И он все время это вот делает, делает, делает. То есть это прям прямая противоположность Лунгиамбуле, которая работает очень мало. Марк раньше, в общем-то, уставал так прилично. И во второй половине боя замедлялся, но вот... бою и с пехотой, и с Азайтаром он, в принципе, темп, там, начиная со второго раунда, наоборот, смог накрутить. Хотя было видно, что с Азайтаром ему сложно, он тоже там подустал, но он как-то он устает, но он продолжает работать и работает в таком высоком темпе. Лунгиамбула — это не его тема. Я думаю, что Баррио здесь будет, наверное, одним из самых популярных фаворитов. Ну и, в общем-то, я с этим поспорить не могу. И более того, ну вот из всех фаворитов, наверное, на кого... я, возможно, поставлю, это Марк-Андре Баррио. У Лунгиамбулы шанс попасть тяжелым панчем. Вероятно ли это? Ну, на мой взгляд, не очень. Как бы любой тут может по-любому попасть. Но для того, чтобы попасть, нужно предпринимать, на мой взгляд, много попыток. А Лунгиамбула просто их не делает. Я предполагаю, что он опять будет переживать за свое кардио и работать достаточно так редко. Ну, другого я пока предположить не могу. Может быть, он что-то там за последнее вот это время со своим кардио сделал и прямо нас там всех удивит, поразит. В общем-то, прошло 7 месяцев с боя с Пересом. Может быть, он как-то уже привык. Может быть, он, не знаю, на взвешении будет как-то по-другому выглядеть. Я тогда буду думать, если он там прямо видно будет, что он схуднул так по-хорошему. Но если я такого же Лунгиамбулу увижу, то я от него буду ждать и такого же боя. И второй шанс Лунгиамбулы — это Баррио залежать. В общем-то, Баррио переводить можно, у него там, по-моему, порядка 72% защиты от тейкдаунов. Его переводили, его где-то там удерживали, но все-таки он встает, он не лежит пластом. И я думаю, что если вот Лунгиамбула в первом раунде, пока он свежий, там, крепкий, сильный, его переведет, может быть, он его и сможет залежать, то во втором-третьем раунде, когда Лунгиамбула подустанет, мне кажется, у него это уже будет хуже получаться. То есть, грубо говоря, примерно то же самое, как Кевин Ли, Даниэль Родригес. Только единственное, конечно, там на Родригес это было 2-2. Так, мышь завис. Мышь отвис. А на Баррио здесь 1-6. Ну, вот такое себе. Ну, честно говоря, конечно, и Лунгиамбула по своим скиллам даже до Кевина Ли не дотягивает, в моем понимании. Поэтому 1-63, Марк-Андре Баррио, такое предложение. Чарльз Жруден против Джулиана Эросы. Эроса на коротком. Жруден должен был встречаться с Лероном Мёрфи. Почему-то все англичане приехали, а Лерон Мёрфи не приехал. Непонятно. Так. Что еще? Жруден. 25 лет. Хороший возраст. Бой пройдет в кэтчвейте. 150 фунтов. То бишь... порядка 68 килограмм. Ну, это потому, что Эроса на коротком. Журден. Как бы хороший боец, ничего не скажу. Но результаты и бои, как бы, все нестабильно.
С Десмондом Грином проиграл в дебюте. Ладно, его залежали. Все-таки он не самая его сильная сторона борьба, хотя он не дно. Духачо я неплохо апсетнул. Однако, в нокдауны-то падал. И, по-моему, чуть ли не два раза. Фили сам отправил в нокдаун. Неожиданно для меня. И такой вот бой, как бы, сплитовый, а могли, конечно, дать и Джордену. А вот Скулибао был огромным фаворитом за 1.2. И сам в первом раунде опять упал в нокдаун. Вот. И где-то там в борьбе потом частично Кулибао проиграл. Потом наоборот в борьбе Кулибао там затаскал. Где-то сабмишны накручивал неплохие. Ну и бой с Роха, про который я рассказывал уже. То есть Джордан хорош, но вот у него стабильности вот точно нету. И ему чего-то вот не хватает. Чего ему не хватает, я не знаю. Вроде он всегда и готов хорошо, и выглядит здорово, и навыки приличные, и ударить может. Ну, бывают у него там какие-то, может быть, проблемы с борьбой, но, по сути, вот, как-то я не знаю, может, он много разменивается, что ли, что у него столько нокдаунов там. Ладно, еще от Духачоя, а что от Кулибао-то было падать, вот это непонятно, конечно. То есть он иногда, когда вот от него не ждешь, он выдает прям такой хороший бой, допустим, как с Фили. А иногда ждешь, что он там Кулибао этого разметает, а он с ним какую-то ерунду показывает. С Роха, ну, как бы, честно говоря, я тоже считал, в общем-то, что он поувереннее выступит. Может быть, я Роха недооценил. Может быть, Джордан тоже его недооценил. Ну, до определенной точки, как бы, все было прям близко. Хотя, опять же, Джордан был большим фаворитом. То есть, я к чему, что Джордан свои фаворитские так коэффициенты не особо оправдывает, если честно так сказать. А здесь он идет опять фаворитом. Естественно, он идет фаворитом, потому что Эроса... Человек нокдаун, человек нокаут, в том смысле, что он любит в них падать. Выходит на коротком уведомлении, ну и, естественно, он выходит андердогом. Естественно, он выходит против, после там тяжелого, в общем-то, нокаута. После боя с Сенвучоем. Хотя его третье пришествие пока складывается не так уж и плохо. Он 2-1. Причем две победы тоже финишами, в общем-то, и... Ну, скажем так, Эроса-то в качестве андердога смотрится неплохо. То есть он с Вудсоном был сильным андердогом, с Ландлером они были примерно там по равной. Ну, как бы если там боец идет по равной линии, выходит в течение минуты там своего противника, вырубает коленом, то это значит, что это был хороший коэффициент на него. Синвучоем не получилось у него поразмениваться, Синвучой попал. То есть Эроса там довыставлял свою челюсть вперед. Конечно, с защитой у него как все было не очень хорошо, так и осталось. Вот, короткое уведомление. Ну, вот короткое уведомление Эроса меня, честно говоря, не очень смущает. Он здесь, как бы, это вообще его второе имя. Он часто выходит на коротком. Когда он выходит на коротком, как правило, это значит, что он нормально готов. Я думаю, что он много тренит, потому что, ну, каких-то вот, допустим... негативных моментов, связанных с тем, что он выходил там на коротком уведомлении, я не обнаружу. То есть, допустим, он был на очень коротком с Шоном Вудсоном, а он его, по сути, передышал и в третьем раунде сабнул. То есть, нормально. Он на коротком выходит нормально. Но, опять же, он будет здесь, во-первых, крупнее и существенно. Он на 10 сантиметров выше и аж 14 сантиметров в риче. Конечно, с его защитой нельзя сказать, что он этот рич хорошо применяет, но, тем не менее, он крупнее, и то, что вот категория кэтчвейта, ну, я все-таки вот в этой ситуации считаю, что это чуть лучше для Эросы. Ну, грубо говоря, будет чуть тяжелее, может быть, чуть лучше будет держать удар. Коэффициенты. Джордан 1.55, Эроса 2.55. Ну, я, наверное, все-таки от ставки на Джордана в качестве фаворита воздержусь. Чарльз хороший парень, зрелищный, с неплохими навыками, но в качестве фаворита против опытного и более крупного габаритного бойца, хоть и подпробитого изрядно, как-то он меня не особо интересует. В целом, вообще, если посмотреть на турниры последних месяцев, есть такая, не то что закономерность, а такой признак. Он, конечно, не распространяется на каждый конкретный бой, потому что каждый конкретный бой – это отдельная история. Но я так вообще замечаю, что что-то в последнее время пробитосы-то не падают. Вот вспомните, сколько было бойцов, которых объективно считают с плохим держаком, и они одержали победы. Даже с последнего турнира взять, это и Турман, и Миршард.
То есть не всегда человек, который подпробит, а Айроса проиграл нокаутами, по-моему, 5 раз. Вот не, это не значит, что он прямо выйдет и упадет. Даже против бьющего бойца, которым является Журден. В общем, 2.55 на Айросу. Ну, в риске он у меня стоит. Я посмотрю, честно говоря, 2.55 маловато, чтобы рискнуть на Айросу. Может быть, если я какую-то ставку по росписи на Айросу придумаю. Ну и, в принципе, этот бой неплох будет тоже для лайва, если вы лайвите. Скажем так, если Журден в первом раунде Айросу не вырубит, или, например, отправит нокдаун, но Айроса будет там в нормальном состоянии, то Айросу можно будет забрать за какой-нибудь хороший коэффициент, как мне кажется. Потому что у Айросы есть такой вариант, опять же, Журдена переработать. Айроса очень много выкидывает и доносит немало, поэтому попасть по Журдену можно. Габариты у Айросы хорошие. Журдену, я считаю, чтобы вот надежно так выиграть, нужно Айросу вырубать. Если вы хотите поставить на Журдена, что он победит досрочно, это другая история. То есть, если там Журден, ну, давайте посмотрим, сколько дают, например, на Журден досрочно. Так. Ищу, ищу, ищу. И нахожу. Журден 2,2. Не хочу 2,2. 2,2 это мало. Чуть такое 2,2. Не. Не хочу Журдена за 2,2 досрочно. Это мало. Вот. Поэтому, если так мало дают, то я как бы вообще ставку на Журдена здесь не вижу. А на Айросу, ну, пока не очень хочу, честно говоря. Он, конечно, боец, который не вызывает таких каких-то больших симпатий из-за его манеры ведения боя, слишком открытой. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, что он бывает неплохим андердогом. Как бы, ну, у него есть свои положительные качества. Он идет до конца, он много работает. Поэтому, как бы, в принципе, он здесь может быть интересен. Но, опять же, 2.55, 3 было бы, я бы вот точно бы Росу забрал. 2.55 буду очень сильно думать, смотреть. Скорее воздержусь, но, может быть, и нет. Джек Шор против Людвига Шалиняна. Еще один представитель английской премьер-лиги. Валлийская школа грэпплинга. Джек Шор против участника ТАФа Людвига Шалиняна. В общем, после боя Махмуд Мурадов, Джеральд Миршерт, как бы слово «мисматч» вообще сложно как-то даже выговаривать и произносить. Какие здесь есть у Шалиняна преимущества? Он крупнее. Он выходит на коротком уведомлении. Это этнический армянин, проживающий в Украине или проживавший, сейчас, наверное, он больше все-таки в Америке тренируется, ну, выступавший за национальную сборную, наверное, по вольной борьбе Украины. В общем, неплохой борец, неплохой грэплер, посредственный ударник. Ну, неплохой, от слова именно неплохой. То есть я что про него могу сказать? Вот в 2018 году он проиграл такому довольно-таки пожилому бразильцу Сидимару Ханорио. Так себе достижение. Скачера я бой его смотрел на ЛФВА. Ну, там он очень близко так боролся. Там Качера этого несчастного мелкого там давил. Ну, кое-как задавил, ну, сложно. Дэвид Эдуардо 0-0-0, спасибо. Сьюма и Хариучи, опять же, сплит. Хариучи, я вот этот бой не нашел. Ну, Хариучи это неплохой боец, который дрался сейчас за пояс в ЛФА. Нормальный парень, как бы, ну, сплитом отбил слад. То есть, в принципе, у него кое-какая оппозиция, конечно, была. На ТАФе я уж что-то не помню. Но он с Турсиосом же у него один только бой был, да? По-моему, один раз он подрался на ТАФе. Здесь я же ничего. Нет, 2 раза. Он еще в первом бою кого-то он там выиграл. Честно говоря, не помню кого. Ну, чем он там запомнился? Это боем с Турсиосом, где, в общем-то, ничего такого не было особо интересного до третьего раунда, когда у них пошла там конкретная заруба. Почему-то Шалинян с Турсиосом, по крайней мере, в первом раунде даже не попытался бороться. И первый раунд проиграл в стойке. Очень очевидно. Второй раунд он там кое-как Турсиоса где-то там схватил, подержал, залежал. В третьем раунде опять почти бороться не пытался, пытался зарубаться, но Турсиос его все-таки перебил. Ну а Шор это давление, грэплинг, непобежденный боец, что про него говорить. У него он такой он
любительский рекорд с 12-го-то года, хотя ему сейчас 26. То есть это получается, он, грубо говоря, там в 17 лет начал выступать по любителям, пусть там неважно даже с кем, но тем не менее выступал и продолжает выступать. Хотя позиция в UFC у него была пока, ну, Ноэлин Эрнандес будем считать слабая, Аарон Филлипс будем считать слабая, Хантер Азур будем считать приличная, но сплит. Хотя я там, честно говоря, сплита не увидел, но понимаю, почему сплит, потому что Азур приличный борец с неплохой стойкой. И, по сути, Шор там мог только его где-то там держать, переводить. Держать он его мог с трудом. Азур вставал. Там было много клинча, всякой возни неинтересной. Но, тем не менее, там Шор, наверное, на решение все-таки заработал. Но выглядел уже не так убедительно. То есть, против бойцов с хорошими навыками борьбы и грепплинга Шор смотрится уже не так хорошо. У Шалиняна борьба есть, грэплинг есть, но все-таки, я думаю, на другом уровне. Ну и Шалинян на коротком, поэтому Шор, я думаю, его все-таки затаскает. Что касаемо стойки, хотя у Джека Шора стойка, ну, на 4 с минусом, наверное, я бы так сказал. Ему с этой стойкой еще работать и работать. У него базовый кикбоксинг, есть у него там некоторые элементы, видно, что он потихонечку ее подтягивает, но я бы сказал, что у Шалиняна, на мой взгляд, еще хуже. Поэтому я просто не вижу, чем Людвиг Шалинян на коротком уведомлении возьмет Джека Шора. Кроме какой-то там, не знаю, там травмы или какого-то попадания или еще чего-нибудь там. Или там какой-нибудь там, не знаю, ужасной весогонки Шора, что он там выйдет и умрет во втором раунде. Вот такие моменты, конечно, возможны. Ну а в целом Шор на полном лагере по всем позициям, я считаю, лучше, чем Людвиг Шалинян. Соответственно, это считаю не только я. 1,2 на Шора, 4,5 на Шалиняна. Передаю привет всем, кто брал Махмуда Мурадова в экспрессы. Можете взять Шора за 1,22. Вы там явно отыграетесь. Целых 20% своих потерь отыграете, если... Ну, хотя я на Мурадове сам потерял, но я хотя бы его по росписи брал. И не пихал его во все экспрессы. Ну вот и Шора тоже как бы нельзя пихать. Ну, в принципе, и, наверное, в один экспресс, если вы там хотите его чем-то усилить, там вот этой ставкой, которая даст вам плюс 20%. Ну, по идее, Шор должен побеждать, что здесь еще говорить. Других как бы вариантов я не вижу. Коэффициенты неинтересные. Как он должен побеждать? Ну вот, Шалинян крепкий. То есть, я не знаю, Шор... Может быть, победит решением, либо поздним финишем. Это зависит от того, как Шалинян готов. То есть, я не исключаю, что Шор его затаскает и где-нибудь во второй половине второго раунда, там, или в третьем, может быть, там, допустим, сабнет. Но и не исключаю, что до решения не добьются, потому что, ну, Шалинян такой довольно-таки неуступчивый. Просто, мне кажется, у него класс пониже и все. Еще один бой, где можно долго говорить, взорвать себе мозг и не прийти ни к какому выводу. Если мне кто-нибудь объяснит, почему Джин Йон Ким уверенно победит, или почему Молли Маккан уверенно победит, я прям буду признателен. Сначала, в общем-то, я откровенно так склонялся к кореянке, ну, просто тупо потому, что она здоровая. Надо, конечно, посмотреть, как она сделает 57 килограмм, в которой будет происходить этот бой. У нее проблемы с весом были. Где там, по-моему, так, с Шевченко она провесила, с Кассом она провесила. Че ее не выгнали в 61, я не знаю. То есть она продолжает лезть в 57. Ну, ладно, пусть лезет. Но она, конечно, здесь по габаритам очень привлекательно выглядит. Возраст у девушек одинаковый, а вот габариты разные. Хотя корейцы вроде все маленькие, но эта кореянка, она не маленькая. 7 сантиметров в росте и 16 сантиметров в риче. Это большое преимущество, учитывая то, что, в общем-то, это два боксера. То есть, вот, получается, такой боксер с длинными руками и боксер с очень короткими руками, как у Маккан. Ну, вот я, наверное, поэтому изначально как-то очень был так к кореянке склонен. Ну, сейчас что-то я весь в сомнениях. Что выступает она в UFC ни шатка, ни валка. Но при этом я бы сказал, что и оппозиция, в общем-то, у нее сильнее. Как бы Пуделова в свое время чего-то показывала. Джустин Киш, никто не скажет, что это плохой боец. Антонина Шевченко при всех ее минусах, никто не скажет, что это плохой боец. И Алекса Грасса, это, наверное, ну, человек, который хотя бы претендует на топ-5 дивизиона из молодых
поэтому с кем она там подралась, проиграла или там выиграла близко, сомнительно, как Киш. В общем-то, это была хорошая позиция. И Джиэн Ким там не выглядела беспомощно, хотя сказать, что там где-то блеснуло, тоже не скажешь. Молли Маккан, в общем-то, дралась-то с людьми, ну, кто? Джиллиан Робертсон, но она же и проиграла без вопросов. Дальше идет там Кашаэра, Липский, Билбита. Но это все бойцы другого уровня. Тайла Сантос хороший боец. Лара Прокопио неплохой боец, хотя ее уволили не знаю за что. Но все-таки это боец с уровнем все равно пониже. То есть вот по сути, все-таки у Маккан было чуть поменьше хорошая позиция. Там, где она выигрывала, это были бойцы такой третьей категории, будем говорить. Джин Йо Ким. Йон Ким. Очень однобокий боец. Во-первых, она не бьет ногами практически совсем. То есть это в чистом виде боксер. И боксер такой достаточно странный, хотя у нее неплохой футворк. Но при этом плохая защита. И руками она себя плохо защищает, и головой не двигает. У нее неплохой арсенал ударов. У нее есть и джебы, и кроссы, и хуки, и апперкоты. Но при этом, во-первых, она бьет только в голову. Она вообще не понимает, что такое работа по корпусу. И во-вторых, она не так много выкидывает. А самая главная проблема, она очень неточная. Несмотря на вот этот ее рич, опять же, еще один у нас боец с длинными руками, но сказать, что она ими хорошо пользуется, нет. У нее такая легкая степень синдрома Марины Мороз. Мороз просто очень прям много выкидывала и очень много мазала, а это не так много выкидывает, но мажет много. То есть, как бы смысл в ее боксе, он, ну, такой себе. Ну, опять же, вот я просто о чем думаю. То есть, она может мажет много по кому там? По Алексе Грассо, там, по Антонине Шевченко, которые, ну, ударницы хорошего уровня. То есть, будет ли Джиэн Ким, например, мазать по Молли Маккан? Я не могу этого сказать, я не знаю. Потому что Маккан все-таки боец более низкого уровня. Что еще? Борьба. Борьба у Джиэн Ким плохая. Ее можно переводить, ее можно удерживать. Она не особо встает. Она плохо работает со спины. Опять же, сможет ли вот эта мелкая Тифтеля переводить этого, понимаешь ли, кто там она? Огненный кулак. Есть мнение, что это кулак-подушка. Сможет ли Маккан ее переводить? Я не знаю. Из плюсов Джин Йо Ким я скажу следующее. Она уже 5 месяцев примерно сидит в Вегасе. И это хорошо. То есть она все свои предыдущие бои тренировалась в Корее. Я смотрел там ее инстаграм. Ну, там такие сомнительные вещи применялись, которые, может быть, работают там на каком-то региональном уровне. Не знаю, с какими-то деревянными палочками. Какая-то хрень корейская, если честно. Сейчас она тренируется в синдикате, UFCPI, там у нее есть нормальные спарринг-партнеры, там с Джан Калдервудом, там еще с какими-то бойцами мелькает. То есть, в принципе, 5 месяцев это неплохой срок, за который можно подтянуть свои навыки. Я бы сказал так, что вот Джиэн Ким, как заготовка для бойца, она лучше, чем Молли Маккан, потому что она габаритнее, у нее есть фишка, вот этот ее бокс, который можно подтянуть, у нее есть приличное кардио. Вот, то есть ей нужно добавить удары ногами, добавить разнообразие в боксе, подтянуть защиту, добавить работу по корпусу и добавить борьбу во всех ее проявлениях. Добавлять много чего, но можно. Маккан на сегодняшний день боец более сбалансированный. Потому что она, в принципе, помимо бокса работает, как бы, ну, скажем так, и в кикбоксинге. У нее есть удары ногами, у нее есть клинч, у нее есть борьба, которую она подтягивает и периодически применяет. Значит, после последнего боя с Прокопио, ну, с кем она дралась, я уже, в принципе, перечислил. Думаю, бои вы эти знаете, как бы, последние два боя плохих, конечно. Сантос вообще проиграла без вариантов. Ну, Сантос хороша, это не зазорно. С Прокопио более близко, ну, тоже, в общем-то, ее заваляли, завозили. И она, видите ли, в интервью после боя очень так эмоционально высказывала, что как же так, мне дают каких-то там людей, которые со мной возятся, дайте мне уже человека, который хочет подраться. Вот ей дают человека, который с ней подерется. Я больше чем уверен, что Маккан пойдет бороться. Ну, не больше чем уверен, конечно. За бойцов сложно быть уверенным. Но я думаю, что она будет пытаться бороть кореянку. Потому что если Маккан останется в стойке, ну, тогда у нее шансы меньше, чем 50%. А вот с учетом борьбы, то
шанс у нее есть. Маккан мне в целом, как персонаж, я уже говорил, нравится, потому что вот кореянка, она очень такая инертная, аморфная. Она все время на одной волне. Вот она проигрывает, в какой она, так сказать, работает, в какой скорости, что она делает, вот она так и будет дальше делать. Выигрывает, то же самое. Ноль эмоций, где-то там, не знаю, замедлиться, ускориться, чего-то поменять, это вообще не про нее. Она вот такая очень одинаковая. Маккан, боец, в общем-то, духовитый такой, с желанием дерется, она хочет выиграть, по ней это видно. Она там быкует на стердаунах. Ну, конечно, ее вот эти габариты, это прямо печальная печаль. Поэтому я не знаю, то есть, что вот она сможет, она доставать как-то кореянку или нет. Я бы сказал так, что если вот Джин Йон Ким за 5 месяцев в Лас-Вегасе не улучшилась, то по коэффициентам вот такие, какие есть сейчас, я бы все-таки предпочтение, наверное, отдал Маккан за универсальность. Но если она улучшилась и сможет, допустим, держать Маккан в стойке, сможет поточнее работать в боксе, сможет использовать свой рич, то в принципе Джин Йон Ким здесь может такой достаточно легкий бой провести для себя. Просто перетыкав Маккан с дистанции, у нее все для этого есть. И я пока не знаю, за какой вариант притопить. Я, конечно, посмотрю вешалку. Ну, например. Например, если Джин Йон Ким будет выглядеть плохо, и у нее будет видно, что у нее проблемы с весом, тогда я точно заберу Маккан. А вот если Джин Йон Ким будет выглядеть хорошо, тогда, скорее всего, пропуск. Ну, при этом, там, может быть, какую-то маленькую ставку сделаю на ту или другую девушку. Причем, что, в принципе, я не ставлю на какие-то попанские ставки, типа, там, тотал больше 2,5 на таких вот боях на женских. Но вот этот бой, скорее всего, докатается до решения, как мне кажется. Поэтому, если склоняться к какой-то девушке, ну, вот ее здесь, наверное, можно брать решением, я так думаю, чтобы немножко увеличить коэффициент. Ну, а в целом, коэффициенты стоят примерно правильно, примерно ровно. И пока что я смысла никакого в ставке на этот бой не вижу. Луиджи Вендрамини против Пэдди Пимблета. Тоже очень сложный бой. Категория 70 кг. Пимблет на 5 сантиметров выше. Возраст примерно одинаковый. Вендрамини, хотя мы видели уже его 3 боя в UFC, честно говоря, не так много о нем и понятно. То есть его историю до UFC мы отбрасываем. Это боец джиу-джитсу, черный пояс. Не знаю, насколько у него он натурального черного цвета. Ну, надеюсь, что не куплен на ближайшем рынке за углом. Саяри все было очень быстро. С Элизео, за Залесским, Дос-Сантосом. Все было в 2018 году и в категории 77 килограмм. Это был Элизео, за Залесский, Дос-Сантос. Зиамом было все не очень как бы хорошо. Зиам, наверное, оказался стилистически ему не особо удобен. Габаритный кикбоксер, который сумел отзащищаться от Вендрамини там в стойке, от тейкдаунов. И выиграть первые 2 раунда. Ну, в третьем раунде, в общем-то, Вендрамини попер. Где-то там смог зацепить ударами, смог перевести, проконтролировать практически весь раунд. Там один судья ему отдал 10-8. Ну, я бы, честно говоря, не отдал. Ну, третий раунд забрал уверенно, но этого было маловато. Размашистая ударка немного. Есть панч в руках. Ну, пока остальное все, честно говоря, под вопросом. Потому что, ну, вот вроде 3 боя, а сказать нечего. Ну что, вот он за Зиамом там гонялся, первые 2 раунда пытался. Зиам его перетыкивал с дистанции, как бы все. То есть стойка, конечно, у него пока слабовата, хотя он тренируется в Factory X. Это, в общем-то, кэмп, где много ударников. Ну что тут прошло с этого боя? 3 практически месяца. Ну, навряд ли он, конечно, там прямо как-то улучшился в ударке. Пэдди, The Бэдди. Пимблет, Мишка Пэдди, он похож на медвежонка. Ну, довольно-таки известный персонаж, чемпион Cage Warriors. Чемпионил он, если я не ошибаюсь, в категории 66 килограмм. Потом он когда-то поднялся в 70. Хотя вот он у Иросы выиграл в 66. На Римане он, и на Римане он проиграл в 66, а когда он поднялся в 70... Он поднялся в 18 году в 70 и проиграл Сорину Баку. Ну что, 16-3 рекорд.
более опытный, вроде как из неплохого промоушена. Ну, каких-то прям очень значимых имен здесь нету. В 2013 году Камерону Элсу проигрывал. Так себе достижение. Ну, вот с Иросой, да, откатал 5 раундов, выиграл. Честно говоря, бой не смотрел. Посмотрел бой с Наримани, который сейчас тоже выступает в UFC. Звезд с неба не хватает. Так себе бой. Пимблет, я так понимаю, это борец и грэпплер с, наверное, какой-то каратистской базой, потому что в стойке он вот бьет ногами такие, сайдкики, фронткики какие-то. Ну, мне кажется, такая каратистская техника, ну, не особо прямо ей впечатляет. Больше, конечно, он про партер, про борьбу. С Наримани, хотя в какой-то степени было конкурентно, ну, во-первых, Наримани его перебивал на руках, потому что в целом вообще стойка у Пимблета, я считаю, слабенькая, и защита в стойке тоже слабенькая. А Наримани, если тебя перебивает, то это не очень хорошо. Ну и в борьбе, в общем-то, хотя у него там были свои моменты, но основная позиция там была следующая. Пимблет вцеплялся в ногу Наримани, вот как, знаете, как собачка, которая ногу тарабанит, и вот держал Наримани за ногу, а Наримани лежал на нем сверху и его контролировал. Так они, наверное, полбоя пролежали, я не понимаю этого, честно говоря. Потом из интересных боев с Сорином Баком. Сорин Бак — это хороший борец и грэпплер, который сейчас, ну опять же, какого уровня? Он сейчас дебютировал в Беллаторе, там в 3 раундах у какого-то неплохого бойца забрал решением. То есть, ну, то есть это не какой-то там прямо супер-супер проспект, но неплохой боец. У Пимблета там были, конечно, моменты очень хорошие. Но за эти очень хорошие моменты его можно и поругать, и похвалить. То есть, вот, например, он у Сорина Бака в первом раунде забрал спину. Забрал прямо ее, ну вообще, вот полностью, 100%. То есть он забрал, там застегнул замок на пояснице сзади. Он заправил одну ногу под подбородок, вторую за затылок, руками замочек. То есть все. Значит, Тони Фергюсон 101 раз из 100 задушил бы. Еще там кто-нибудь, ну вообще без вариантов. То есть позиция прям вот все уже тебе отдали. Причем первый раунд, все сухие, все свежие. И он его не задушил. Конечно, Сорину Баку надо отдать должное. Он там прям по сантиметру там высвобождал свое там горло несчастное для дыхания. Но он все-таки его высвободил. Ну и дальше уже там, наверное, там из последующих, опять же, это был 5-раундовый бой. Там 3 раунда Бак забрал. И последние 2 победы у Пимблета — это какие-то не очень понятные люди. Один из которых был, как я понимаю, на очень коротком уведомлении. И он вот их в первом раунде финишировал. Борьба Пимблета отлично проходит против тех бойцов, у которых борьба слабая или ее вообще нет. Пройдет ли она против Виндрамини, честно говоря, фиг его знает. Она может пройти за счет физики, потому что, ну, мне кажется, что Пимблет покрупнее. Ну, вернее, не кажется, а это видно. То есть проблема Виндрамини, он мелковатый. Пимблет, он такой более массивный, хотя надо сказать, что вот предыдущий соперник Виндрамини, он был еще гораздо более, там, по-моему, 185, что ли, рост он вообще какой-то там лось этот, кикбоксер французский. Пимблет, ну, все равно покрупнее, то есть за счет физики, я считаю, Пэддик может, конечно, забрать первый раунд, например, а дальше все сложно. То есть Виндрамини, несмотря на свою вот эту вот размахайскую ударку, я считаю, в стойке он получше. В партере мне сложно сказать. Я вот залез специально, пересмотрел бой с Залесским. Ну, что там было? И вот там был как раз грэплинг-размен. То есть, допустим, Вендрамини полез за тейкдауном, Залесский его накрыл. Забрал такую хорошую атакующую позицию. Она называется, по-моему, японский галстук. Вендрамини в ней минуту просидел, его душили. Он перетерпел, выбрался, забрал позицию Залесского, залез ему за спину, душил его тоже, не задушил. Второй раз душил, не задушил. То есть я к тому, что он в категории 77 килограмм с Залесским бодался на равных, в принципе, вот в партере. И будучи на коротком уведомлении. То есть мне кажется, что у него все-таки партер хороший. Просто мы пока еще его не видели, но я 100% не уверен. То есть у Пимблета партер хороший, я с этим не спорю. Как борец, как грэпплер, он неплохо забирает спину, контролирует позиции, переводит нормально. Но, опять же, вот с Вендрамини, как у него это пройдет, я не знаю. То есть в стойке я отдаю предпочтение Вендрамини. В борьбе я отдаю предпочтение Пимблету в первом раунде. Дальше я сказать ничего не могу. Да,
Я могу сказать еще следующее, что мне не особо нравится кардио Пимблета. И еще такие, если уже про истории рассказать. Ну, во-первых, у меня есть непроверенная информация. Я не знаю, смогу ее проверить или нет, что он не супер готов и что у него был не супер лагерь. И что он долго что-то сидит там у себя в Англии, прилететь никак не может. Я это проверю, это пока на это можно сильно не заморачиваться. Ну, проверю, как смогу, что-то я смотрю, даже у него Инстаграм куда-то делся, хотя он вроде у него был. Во-вторых, там было такое интервью, ну, какое-то типа фанатское, что ли. Ну, оно такое какое-то странное. Типа, там, Пэдди Пимблет, которому прочат, типа, там, славу Макгрегора в UFC. Я не могу понять, а кто это делает вообще? Какой Макгрегор в болото? Я понимаю, что он там у себя в Ливерпуле популярный, но если там кто-то из фанатов ему это прочит, то как бы ради бога. Но он близко там с Макгрегором, мне кажется, не лежал. И значит, он там жалуется в интервью, что, видите ли, фанаты там всяких там кавказских бойцов, почему-то там Хабиба там или еще кого-то там угрожают ему в Инстаграме, типа там убийством, членовредительством и изнасилованием. О, Господи. Ну, даже если это происходит, что ты в это в интервью-то рассказываешь? Ну, сказал бы, да я этих Вася сам там вот так вот делать буду. Вот это было бы по-пацански. А то он там рассказывает какому-то журналисту, что его в Инстаграме там обижают какие-то придурки. Я извиняюсь, конечно, так писать все равно не надо никому в Инстаграме, но просто на это жаловаться как бы еще более странно. А с третьей стороны, он как бы у себя там популярный человек, чемпион, вроде на нормальной зарплате, то есть чего он лезет в UFC? Значит, ему вроде все-таки как-то чего-то надо, да? В общем, очень странный такой матчап, очень непонятный. Так я вот недорассказал. Кардио мне его не особо нравится. Несмотря на то, что у него есть пятираундовые бои, которые он доходил до решения, я считаю, что со второй половины второго раунда, если особенно у него не слишком получается, он начинает просаживаться. Он начинает замедляться, его защита начинает еще сильнее ухудшаться. Вот такой пэдди-пэдди. А Вендрамини в последнем бою, наоборот, в третьем раунде смог ускориться, поднажать и газануть. 2,2 на Вендрамине, 1,73 на Пимблета. Что-то на Пимблета коэффициент растет. Был коэффициент на него ниже, на Вендрамине выше. Я, в общем-то, все-таки тогда думал, не поставить ли на Вендрамине. Сейчас я нахожусь пока в полной неопределенности, честно говоря. Может быть, опять же, это бой для лайва. Посмотреть, как первый раунд складывается. Что там, кто там устает, кто там доминирует, не доминирует. Чего там Пимблет может в партере сделать в Вендрамине. В принципе, по таким коэффициентам я ставить пока ни на кого не планирую, но в обязаловку бы все-таки я выбрал Вендрамиди. Все-таки мы его уже видели, он не так уж плох, и, ну, мне кажется, что такие шансы близкие к 50 на 50, либо Пимблет залежит, либо Вендрамиди все что угодно. Ну, Пимблет, конечно, и сабнуть может тоже тут, как бы, я сабмишен особо не рассматриваю, но я думаю, может провести его и тот, и другой с одинаковой степенью вероятности. Но Вендрамини может, опять же, не дать себя залежать. Может быть, перебить себя, перебить не себя, а Пимблета, перебить Пимблета в стойке. Может быть, переработать его. То есть шанс у него тоже есть, коэффициенты, в принципе, близкие. Но Вендрамини все-таки чуть повыше. Я предпочтение отдам ему, но максимально не точно, поэтому пока ставку не рассматриваю. Продолжается английский десант. Халил Раунтри против Модеста Сабукаускаса. Полутяжелый вес 93 килограмма. Еще на этом турнире есть ряд таких вот нестабильных бойцов, которые выдают максимально разные выступления. И по этим бойцам, мне кажется, надо использовать очень простое правило. Таких бойцов можно рассматривать, когда они идут андердогами, и не надо их рассматривать, когда идут фаворитами. Если вы хотите извлечь какую-то практическую пользу из моих подкастов, то вот прям конкретная практическая польза, можете какую-то статистику свою вести, это не ставить тогда, когда я говорю, что все-таки ставить не стоит. Это, конечно, не значит, что ставка эта не зайдет, но все-таки такие ставки даже, ну, сравнительно часто действительно не заходят. А с учетом того, что это очень низкие коэффициенты, то на дистанции ставки на таких людей вам точно принесут минус.
Ну и, в общем-то, я говорил, что на раунд 3 за 1,2 против прачной ну никак нельзя ставить. Но кто-то все-таки ставил, и все потом удивлялись. Ну, потому что вот Халил, он такой. Он максимально нестабильный боец с какими-то там ментальными проблемами, хотя у него как бы и навыки вроде есть, и он вроде тренируется. И последнее время, если я не ошибаюсь, он даже тренируется в Сэнфорде. Ну, может быть, не так давно, может быть, после последнего своего боя. Что-то он тут на мячиках скачет. Тинс. Так, какой кемп-то? Так, не видно. Так, непонятно опять. Ну, где-то я вроде видел, что это был Сэнфорд. Хотя, честно говоря, больше похоже не на Сэнфорд, а на какой-то опять. Так, стопэм. Нет, не Сэнфорд, я наврал. Не знаю, с чего это взял, что-то мне так казалось. Сидит он в Вегасе и где-то там в каких-то вегасовских кемпах тренируется. Вот. Ну что, в общем-то, хороший боец Муайтай, который, по-моему, испытывает иногда проблемы с тем, чтобы сделать вес. Может быть, ему дисциплины не хватает, я не знаю. У которого есть ментальные проблемы, у которого есть хорошие победы, у которого есть тяжелые поражения. Не знаю, там Крейга вынес от Алексейчука, получал. Ну, Гохан Саки, ладно, вынес его. Вокер вынес. Раунд 3 Андерса избил как собаку. Кутилаба его переборол. Ну и бой с Прачня. В общем-то, нельзя сказать, что он прям наглухо его проиграл. Он там Прачня в нокдаун отправлял. И некоторые, в общем-то, даже и все равно раунд этот бой отдают. То есть бой был близкий. Ну, конечно, с таким тоже некондиционным бойцом, как Марчин Прачня, такой проводить бой. И опять же, там просел он где-то там во второй половине. Начал мало делать. Странный, в общем, он товарищ. С какими-то ментальными проблемами. Очень-очень нестабильный. Ну и Букаускас, в общем-то, звезд с неба тоже не хватает. С Михалидисом победа. Ну, я не буду там про его чемпионство в Cage Warriors рассказывать. Там тоже было все не везде хорошо. С Михалидисом сомнительное все-таки выступление. Победа, не победа, не совсем понятно. В общем-то, он там Михалидису первый раунд, да, пожалуй, ну, не выигрывал, скажем так. От Крюта отлетел. Против Алексейчука я на него ставил. В общем-то, я не пожалел, потому что все абсолютно сидели на Алексейчуке. На Букаускаса был хороший коэффициент, бой был близкий. Многие считают, что Букаускас его выиграл. В любом случае, там один раунд четко за Алексейчуком, один четко за Букаускасом и один черт пойми за кем. Как бы по таким коэффициентам ставка на Букаускаса была правильная, но не хватило ему тоже чего-то. Букаускас габаритнее, 6 сантиметров в росте. 10 сантиметров Ричи. Раунд 3 тяжело бьет. Тяжелее. Букаускас подвижнее. Кардио у обоих, как мне кажется, не особо лучшее. То есть у раунд 3 через бой просадки по кардио. У Букаускаса, у него такая, мне кажется, есть ментально-физиологическая западня. То есть у него есть вопросы к держаку. Ну, в принципе, у раунд 3-то тоже. Нельзя сказать, что раунд 3 нельзя потрясти. Ну, Букаускас пропускает, пошатывает его иногда. Поэтому, соответственно, например, с Алексейчуком, зная, что он, Алексейчук, может ударить, Букаускас много бегал. Все время работал на задней передаче. Клетка маленькая была в прошлый раз и в этот раз. Значит, клетка маленькая, значит, бегать надо много. То есть он боится за челюсть, он бегает, бегать надо много, он устает и понимает, что одновременно бегать и одновременно много работать он не может. Он либо бежит, либо работает. Боимся за челюсть, значит больше бежим, работаем меньше. Ну, собственно говоря, так бой и прошел, именно поэтому отдали Алексейчуку. Потому что Алексейчук все время шел вперед, а Букаускас все время шел назад. Да, он где-то там останавливался, там бил навстречу, но все-таки он брал такие большие паузы. И вот он пытался, мне кажется, найти этот баланс между тем, чтобы не пропустить и чтобы не сдохнуть. И не нашел этот баланс. И, в принципе, с раунд 3
Я думаю, что теоретически может быть такая же история, потому что, ну, Раунтри бьет сильнее, я думаю. И Букаускас, когда разочек пропустит этот Раунтри, он опять может начать вот эту свою карусель по клетке наворачивать. И кто там из них будет лучше, я не знаю. Мне, если честно говоря, оба не нравятся. Два сомнительных бойца. Ну, Букаускас идет фаворитом. Как бы с одной стороны вроде как оправдано, потому что Раунтри уж очень некондиционный, но я говорю, что Раунтри это такой боец, которого никогда нельзя брать фаворитом, особенно крупным, но можно рассматривать андердогом. А он здесь идет андердогом, но не особо крупным, поэтому как бы тум большого интереса тоже нет. Но с другой стороны, можно опять же вспомнить прошлый турнир, гражданин Аль-Хасан, которого тоже там все списали. А перед боем с Раунтри там все списали Прачню и так далее. Все вот так вот всех списывают, а потом эти ребята все-таки берут и выигрывают. Поэтому если здесь выиграет Раунтри, я не удивлюсь. Но, наверное, Раунтри лучше брать нокаутом. Букаускас, ну, у него побольше шансов, но как-то я вот к нему не склоняюсь. Если Букаускас все-таки, как я предполагаю, будет бегать, то мы увидим тотал больше полутора за коэффициент 1,8. Мне эта ставка нравится больше, чем ставка на Букаускаса. Можно ее подстраховать ставкой небольшим процентом под раунд и нокаутом, потому что все-таки я думаю, ну, Букаускас пока не был близок к тому, чтобы в UFC кого-то нокаутировать. Может быть, раунд его нокаутирует, но я все-таки сказал бы, что для меня это более вероятно в случае, там, если раунд уже во второй половине боя подустанет, потому что пока что Букаускас вроде особо даже и не пробовал. Поэтому еще один мутный бой. Ну вот все, что я здесь могу к рассмотрению предложить, это тотал больше полутора. Давид Завада против Алекса Марона. Категория 77 килограмм. Марона выходит на коротком уведомлении и на очень коротком. На недельном, даже чуть меньше, наверное. Ну, может, не меньше, на недельном. Завада должен был драться с кем-то другим. Уже сейчас не принципиально с кем. Так. Ну тут что? Снова сложно. Завада 1-4 в UFC. И при этом, в общем-то, все проигрыши, ну такие. С Дэнни Робертсом сплит, где, в общем-то, было всякое много борьбы, возни. И в некоторых моментах Робертс оказался получше, не более того. Джинглянгом первый раунд выиграл, нокдаун там был, во втором начал просаживаться по кардио и в третьем был финиширован ударом в корпус. Неожиданно сабнуло Абубакара Нурмагомедова и бой с Рамазаном Эмиевым недавно в январе, сплит. Ну, может быть, сплита там и не было, ну, по сути, там Рамазан забрал за счет борьбы. Вот. Потому что стойки было ровно, в общем-то, у Завады стойка неплохая, достаточно техничный кикбоксинг, терпимая борьба, неплохой грэплинг, довольно-таки такой, ну, разносторонний боец, нигде звезд с неба не хватает, проигрывает бои, ну, проигрывает недонным бойцам и не позорно, поэтому, в принципе, может быть интересен как объект для ставки. Алекс Морона. Ну, это то же самое, что Халил Раунтри. То есть боец, выступление которого я лично не могу спрогнозировать. Хоть вот у меня тут на топологии я тут с тех пор, как стал забивать 2 раза из 3 результат угадал. Но по Марону это чистая угадайка. Я не знаю, он может выступить максимально там различным образом. Если там последнюю историю посмотреть, там с Сонгом неплохо. Сотто забил его, с Гриффином вроде бы неплохо. С Вильямсом отлет в первом раунде. С Рисом Маки. Ну, забрал уверенно, но как-то все равно все ждали, что Марона пойдет с Маки бороться, он зачем-то с ним стоял в стойке. То есть, вот для чего, непонятно. И дальше вот эти вот бои, допустим, с Петтисом и Сероне. Ну, по сути, можно что вспомнить? Можно вспомнить, что Петтис и Сероне друг с другом подрались. Подрались очень близко, то есть оба на спаде, на сильном. Там Петис уволен, и уже там в PFL уже его чуть ли там не убивают. Сироне надо заканчивать. Но при этом Марона выдает с ними максимально
разные бои. То есть с Пэттисом 3 раунда там катает какую-то вату. В конце третьего раунда чуть сам в нокаут не падает. Сирони выходит, выносит в первом раунде. То есть вот как его можно спрогнозировать при матче? Вообще никак. Просто никак. Хотя я считаю, что технически Завада, ну честно говоря, лучше. У Марона есть вот эта вот его развахайка, есть его панч, есть давление, прессинг. Ну, Завада, в принципе, есть чем ответить. Кардио у обоих различное из боя в бой. Завада периодически себя чувствует неплохо. Ну, например, с Семеем вроде не просел. Там с Джинглиангом просел, с Робертсом просел. Барона тоже. Допустим, с Маки он просел, с Петтисом, по-моему, тоже в остальных боях не успел, там, с Гриффином более-менее. Хотя тоже там, ну, в концовке, скорее всего, все-таки Алекс сливает. Он выходит здесь на коротком, ну, не знаю, наверное, понимает, что делает. Я думаю, его проверить невозможно, у него в Инстаграме ничего нету. Будем считать, что он готов нормально распринимать такой бой. Ну, вот Завада за 2,3. Тоже на него, к сожалению, упал коэффициент. На Барона был вчера еще 1.54, там Завада был где-то за 2.45, по-моему. Ну, я не очень понимаю вот здесь, честно сказать, почему Марона фаворит. У Завады, конечно, не очень впечатляющий рекорд в UFC, но если вот как бы не к рекорду относиться, а к тому, кто из них там какой боец. Ну, во-первых, Завада чуть-чуть покрупнее, чуть повыше и рич на 8 сантиметров. Уже что-то. Как бы я говорю, что стойкий он для меня техничнее в борьбе. Ну, Марона практически не борется. Завада, если что, не особо ему уступит, а может не уступит вообще. Поэтому я просто не знаю, почему Завада андердог. Я не даю ему тут шансов больше, чем 50% на победу. Потому что все-таки у Марона есть опыт в UFC. Он у него больше. Есть у него хорошие победы в UFC. Ну, есть у него и поражения в UFC. Там, я не знаю, если Бори Старый взять, там и Прайс его нокаутировал. Хотя здесь ноу контест. И Кейт Накамура, и Джордан Мейн. Не бог весь какие бойцы. То есть, допустим, взять там, вспомнить там бой с Джорданом Мейном. Сказать, что Джордан Мейн там боец гораздо лучше, чем Завада. Да как бы нет. Ну и в целом я говорю, что Алекс Марона, вот для меня это боец. Это интересный андердог и неинтересный фаворит. Поэтому здесь как бы, ну, либо Завада, либо ничего. Я не настаиваю на Заваде, но мне кажется, что вот на этом турнире, бедном на каких-то более-менее вменяемых андердогов, вот Завада мне лично нравится. Я здесь буду уже смотреть итоговые коэффициенты взвешивания и, может быть, Заваду все-таки заиграю. Main event. Томас Пинал против Сергея Спивака. Тяжелый вес. Очередное короткое уведомление. Спивак точно уж на недельном уведомлении. Спинал должен был драться с Павловичем. Ну что, бойцы довольно-таки известные. Опять же, про Спинала мы не так много знаем. Хотя он уже трижды подрался в UFC. Ну, два финиша в первом раунде. Ну и неплохой бой с Орловским, где там, может быть, не все гладко у него складывалось в первом раунде, хотя он его, в общем-то, выиграл и потряс там Орловского. Ну, где-то там тоже под конец пропустил. Во втором раунде Орловского неожиданно просто тупо столкнул и задушил. Ну и Спивак. Ну, в общем-то, набрал неплохой ход. Филиппе, Вандера, Олейник. Ну, Тибура, Туиваса. Если от последних боев отталкиваться, с Филиппи должен был побороться раньше, не понимаю, почему не поборолся. С Вандерой поборолся вовремя и уверенно его прошел. С Олейником отвратительный бой. Не финишировать Олейника, самому устать и где-то там в стойке пропускать. Как-то Сергей, честно говоря, этим боем подразочаровал. Все-таки все ждали от него финиша. Я, в общем-то, ставил на то, что бой затянется, но я что-то не предполагал, что он до решения дотянется, потому что, ну, как-то Алексея Олейника в его текущих кондициях надо проходить увереннее. Спивак как-то, конечно, впечатление о себе подсмазал. Спинал крупный фаворит, 1.38, Спивак 3.15. Есть мнение, что Спивак перспективный андердог. Не знаю, пока не разделяю. Посмотрю взвешивание, оценю просто тупо вес Спивака. Если он будет там на 2-3 килограмма больше, чем он обычно весит. Он весит вот 110, 111. Если буду видеть, что он не особо хорошо готов, тогда заберу, наверное, Спинала досрочно. Дают мало, 1.6.
Ну, я все-таки думаю, что Аспинал Спивака пройдет. И предполагаю, что если уж пройдет, то досрочно. Сильно прям вгружаться в Аспинал, опять же, запихивать его в какие-то экспрессы нельзя. Потому что он боец пока не проверенный. Хотелось бы его, конечно, посмотреть с кем-нибудь. Два раунда, может быть, три. Может быть, как раз Спивак будет для него какой-то проверкой. Но на коротком уведомлении как-то я Спивака не очень хочу брать. Не очень я в это верю. Аспинал лучше в стойке. Не сказать, чтобы он прям супер боксер, но он такой достаточно агрессивный. Он быстрее на руках, это точно, как мне кажется. Бьет достаточно тяжело. У Спивака защита не идеальная. Пробить его можно, потрясти его можно. Но опять же, если хотите брать Спивака, я бы ждал лайва и забирал бы Спивака после первого раунда. Там на него коэффициент будет явно выше, потому что я думаю, что Аспинал первый раунд однозначно выиграет. Спивак вообще даже там всяким там вот этим Карлосом Филиппом и то первый раунд проигрывал, и Туиваси, по-моему, тоже. Хотя нет, с Туивасом он там сразу пошел бороться. Ну, Аспинал все-таки вроде как он такой настоящий черный пояс. И он пополам, мне кажется, занимался и боксом, и джиу-джитсу. Поэтому я не особо верю, что Спивак ему доставит много проблем в партере. Хотя исключить, конечно, это не могу. Но в стойке Аспинал просто будет лучше. Он тяжелее бьет, он быстрее, он агрессивнее. Поэтому я думаю, что он победит. Ну и, наверное, уж победит досрочно. Поэтому, ну, хотя бы здесь 1,6. Вот такой вариант ставки. Другого здесь пока ничего придумать не могу, да как бы и не хочу. Main Event. Дерек Брансон против Даррена Тила. Брансону 37. Тилу 28. Категория 84. Брансон чуть выше. Руки чуть длиннее. Ну и цвет кожи у него чуть темнее. Брансон идет на хорошем стрике. Теодору. Теодору это такая ухудшенная версия Даррена Тила. Хейниш, который не особо о чем. И Шахбазян, и Холланд. Как бы вроде бы все хорошо. Вот он как раз точно тренируется с Сэнфорд ММА частично. Его, в общем-то, там смогли вернуть в такую хорошую колею. Но при этом, если последние все-таки два боя взять, то это Шахбазян, No Cardio и Холланд. No Takedown Defense. Брансон это борец с посредственной ударкой, но тяжелым панчем. Такая улучшенная версия Далчи Лунгиамбулы. Он, конечно, в стойке может получше, но тоже, по большому счету, кинуть тяжелую руку – это его основное оружие. Тил не является моим любимым бойцом, безусловно. У него такой очень замечательный Инстаграм. Такой же смешной, как у Дерека Льюиса, только гораздо более тупой. Поэтому я считаю, что Тил вообще по жизни такой, ну, чуть-чуть туповатый человек. Белая ливерпульская рвань. У него вот есть вот такие вот фотографии в Инстаграме, где он, понимаешь, war ready, готов к войне. Еще у него есть такие же фотографии, где написано там «грёбаное животное». Вопрос. В каких потаенных закоулках души Даррена Тила скрывается это грёбаное животное, когда он выходит в октагон? Тил, конечно, это патологический ватакат. Смотреть его выступление не всегда интересно. Досрочно он выигрывает, но очень редко. В UFC как бы вроде как... А чё, вроде как даже и не очень. Там если даже смотреть с каких-то давних времен, ну что, ничья с Далби. Все вот это происходило в категории 77, где он был весьма габаритный, хотя очень тяжело гонял вес. Так себе победа над Стивеном Томпсоном. Проиграл Вудли, проиграл Басвидалю, поднялся в весе. Близкий бой с Гастелумом. Ну, с точки зрения того, что он был там очень крупным андердогом, как бы и там свел где-то бой близко, это нормально. Ну, победа такая себе. Последний актуальный бой с Робертом Виттекером. В общем-то, не зазорно ему проиграть. И, насколько я понимаю, все-таки получил он там в первом раунде травму ноги. Что-то они все, кто с Виттекером дерется, сразу получают травму. Но, тем не менее, 5 раундов с Виттекером отстоял. Особо ничего не показал. Ну и как бы разгромно не проиграл. После этого еще там дважды слетал
по каким-то травмам. Вот в декабре была травма, потом в апреле была травма ключиц. Что-то многовато он травмируется. Наверное, потому что очень много тренируется. Хороший кикбоксер. Сравнительно хороший, если исключить его пассивность. Ну, он как бы много думает о защите. Ну, там не то, чтобы это неправильно, конечно. С неплохим тейкдаун-дефенсом. Поэтому здесь я вот не очень понимаю, что Брансон предложит Тилу. Тил может проиграть вот вследствие своего этого ватакатства. То есть Брансон может его зацепить каким-то тяжелым ударом. Ну или выиграть, если Тил ничего не будет делать и будет стоять 5 раундов, делать свою вот эту глупую ливерпульскую морду и смотреть на Дерека Брансона. Либо прям будет плохо защищаться от тейкдаунов и проходов Брансона, позволять себя там держать в клинче или где-то там валить, там удерживать внизу. Но в принципе это раньше вот за ним не просматривалось. Ну, например, у Витакера. Витакер, конечно же, больше ударник, но это ударник, который сильно сейчас подтягивает борьбу, который явно готовится к бою с Адесаньей. Он на Тиле тренировался. Если я не ошибаюсь, по статистике из 13 попыток тейкдаунов у Витакера прошло 2. Ну, это реально хорошая защита. И у Гастелума, по-моему, 1 из 4, хотя он 2 минуты смог Тила проконтролировать. То есть я к тому, что Тил хорошо защищается от проходов. Вроде бы и более-менее встает, хотя со вставанием у него, наверное, похуже, чем с защитой. Ну а в стойке он будет явно лучше. И у него, в принципе, вполне адекватное кардио. Поэтому Брансон 2.49, Тил 1.57. Ну, опять не интересен ни тот, ни другой. В Брансона, честно говоря, я не верю. Хотя, если кто-то хочет на него поставить, не могу сказать, что плохая ставка. Все-таки боец неплохой на каком-то таком определенном подъеме. Но для меня немножко староват. И вот стилистически я не понимаю, как он будет Даррена Тила побеждать. Ну, а Даррена Тила просто низкий коэффициент. Из-за его вот этой манеры брать его за 1.57... Ну, может быть, я в какой-нибудь его там двойник под минимальную сумму возьму. Но я вот не могу сказать, что Даррен Тил за 1.57 хорошая ставка. Ну, как бы нет. Если какие-то моменты отдельные в Тиле отметить все-таки, вот из последнего боя, мне понравились его локти. То есть он, в принципе, за все 5 раундов, можно сказать, ничего такого не сделал. Но он проиграл Витакеру по раундам 2-3. В первом раунде он пробил отличный локоть навстречу. Такой, знаете, как получается, как ты бьешь типа как кросс, но бьешь его согнутой рукой на короткой дистанции. Так неожиданно. То есть он там Витакера потряс. Не смог, к сожалению, добить. Но раунд даже выиграл, наверное, из одного этого действия. Потому что это был чистый нокдаун. И я думаю, что Тилу отдали 5-й раунд, в котором он снова кинул Витакеру локоть навстречу. Сразу же его сильно рассек. Ну, наверное, вот 5-й раунд тоже ему отдали. То есть вот эти локти Тила, они прям хороши. С учетом того, как Дерек Брансон иногда летит вперед. Ну, вот, в принципе, напрашивается нокаут от Тила. Просто он 84 вообще никого не нокаутировал. За последние там 7 лет своей карьеры нокаутировал 2 людей. Вендела какого-то там Оливейру. Не помню, что это за человек. Что это за человек? Ну, какой человек? Серьезный. Ну, с рекордом 31-15. И Дональда Сироне. Это, конечно, не серьезно. Хотелось бы поставить на нокаут от Тила, но... Не знаю. Ждать вот от этого ватного товарища нокаута как бы не очень... Не очень. Такое событие, которым хочется вообще заниматься. Вот такой не самый интересный разбор, не самого интересного турнира. Ну, как бы, чем могу... Поэтому думайте, делитесь мыслями, если у кого-то вдруг есть хорошие мысли, хорошее прочтение этого турнира. Всем здоровья, удачи на ставках, сильно не рискуйте, спасибо за внимание, всем пока.